Анонс и точка выхода четвертой серии нового сериала «Фарма». Четвертая серия сериала выйдет в эфир 3 октября на видеосервисе «Премьер». Ранее в сериале мы увидели, как у Антона есть старший брат. Это отъявленный бандит и хулиган Миха. Узнав о проблеме, он принимает решение действовать. Он вынашивает в голове идею сделать абсолютный аналог лекарственного препарата, необходимого для жизни Антона. Миха подключает к процессу своих подельников, и вместе они основывают тайную лабораторию. Коллектив собрался не случайно, поскольку совместная работа ведется не только над проектом по борьбе с генетическим заболеванием брата, но и использованию в собственных интересах. В общем, всем очень интересно наблюдать за результатом. Четвертая серия сериала выйдет в эфир 3 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.